Ну, хоть один зацветет. Мне вот они сейчас нужны, и вот эти. То мне только вот эти. Всего цветов, по-моему, 7 или 6. А. Так, ну все, ночь пришла, да, нет. Эти так и не зацвели. Да блин, сколько ж вы лазить-то будете? Да, очень интересно было смотреть, как я бабочек ловил. Серия о том, как Альвинос бабочек ловил. Это не золотая, не, это просто бабочка. Ну вот эти вот не зацвели. Почему не зацвели, черт их знает. И они во время, допустим, дождя, они никогда не зацветут. Вон еще одна бабочка. Ну, как-никак, немножко золота можно с ними получить. Так, ладно. А там желтенькая же, да, желтенькая, меня она не интересует. Так, все скидываем. Так, в этот редкое положим, да? Так, чувак, мы сейчас тебя будем продавать. Так, это продать, 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 продать. 77. Золотой сундук, наверное, поставим пока. Ведро оставить. Этот 21. 10. Пятнашка не надо. Двадцатка не хочу, не хочу. Угу. А вот желтухи. Это что такое? Джулия. 25. Ну, ты имеешь право на житье сортировать. Итого 50 золота. Блин, было бы неплохо получить. Так, и все вроде бы, да? Теперь открываем, делаем, где? Платиновые слитки. Так, что я могу? Тапочки могу сделать. Платиновая корона. А, могу сделать. Хорошо. Это замечательно. Так, можешь платину 4 слитка. Или тапки. 25, блин, или тапки, или корону. Ну, то есть... не, я хочу тапочки. 8. Это продать. Эти продать магазин. Все равно они временные, но пускай будут. Так, этот для прыжков хорошо. Это мы сюда поместим. Так, это внизу, это набрать надо, это положить. Так, что еще? Так, эти Моргенштерн оставить. Не, это Alt. Ну, вот так вот и будет. Так, это все отдать и перейти на этот. Броню я не одеваю, шапку не меняю. Так, все вроде бы. У меня ни на что не хватает. Так, из платины я уже больше ничего сделать не могу. Мне надо больше платины. Надо будет шапочку сделать. Так, а, еще хотел посмотреть. Вот. Это. Это просто белка. Так, чувак, подсказывающий. Изготовление. Нам надо сделать ткань. Ткань делается на ткацкий станок. Ткацкий станок, для него, по-моему, надо... его можно найти или... Тут ничего не растет. Так. Или так, для начала надо... вот это, или оно у меня есть. У меня ж есть... Не, нету. Так, ткацкий станок. Как он делается, я не помню. По-моему, надо пилораму сделать. Для этого нужно вот это. И делаем пилильный станок. Где он? Вот он. Лесопилка. Лесопилку должен дотягивать. И теперь я могу ткацкий станок, наверное, сделать. Можно делать бочонок пива, бочка.
где ткацкий станок, как он делается, еще вспомнить бы так. Это большой станок. Ткацкий. Это камин, это не то. Ткацкий станок. Как он выглядит тут? А, во! Блин, попробуй ты убить его. Так. А, сегодня звездный вечер, да? Идем, заберем эти. Так, я сделал ткацкий станок, поэтому я могу теперь сделать себе круват. Ну, пока не могу. Надо сделать робу. О, еще одна птичка. Я вот люблю бегать, собирать. То есть я играю неспешно. Из-за этого мне очень много времени уходит. Еще одна лиса. Иди сюда. Так, звездов понападало. Ой, тут за ночь их понасобирать можно. Так, ткацкий станок. Так, чувак, давай мы тебе продадим вначале все, что мне не надо. Так, это проверить. Ткацкий станок. Нам надо проверить. Не, нам надо сделать для начала ткань. Вот. Сделать нитку, наверное. Она нужна для йо-йо. Так, защита прокнула. Но обычно, если хотите бесплатно какой-нибудь, ну, допустим, 4 удачи, там или еще чего-то, можно вот эти нитки, если у вас много, как паукам пошли, набрать этой нитки и эти вот крафтить дофига и продавать. И есть шанс получить там, допустим, ну, вот, скорость движения или там шанс критов. Вот, то для этого мне нужно. Так, я взял шов, мне надо пойти к чуваку. Садиться, наверное, не обязательно, изготовление. Так, на кровать. Гелевый диван. Так, 5 шелка. И так, ага. Роба сколько стоит? Пиджак, розовое свадебное платье, шестенько. Так, вот оно, платье. На платье 20, ткацкий станок, 24. 24. Так, надо 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 вышло и кровать или тоже ткацкий, не, есть кровать, есть грибной верстак, грибной диван, грибная скамья, кровать из мрачной древесины. Ну давайте ее возьмем. Это дает пропускать. Судя по всему, тут нельзя. Должна кровать внизу стоять. Так, воскрешение. Теперь мы будем появляться не тут, а вот тут. Фига, вас тут понападало. Так, что у нас по проводам? 181. Там 25 надо этих. Я хочу 25. Вот, много. Так, вот она, волшебная роба. И теперь мы ее можем апгрейдить до изготовления. До алмаза мне не получится. 14. Ага. То есть, или рубиновый. Так, с две защиты максимум 60. Мания стоимость на 11, 13. 15. Ага. Изумрудная роба. Я ж изумруды для этого себе. А на чем делать? Блин, посмотреть не надо, да? На чем она там делается? Не ткацкий станок. Давайте изумрудную робу сделаем. Я для чего ж изумруды-то собирал?
Где они? Вот они, 63 изумруда. Так. Изумрудная роба. Так. Блин, ну я сейчас одевать не хочу. Давайте это сюда. Сюда, а то сейчас этот припрется. Тут можем перекидывать. У нас будет два защиты, но помощнее. Как она называется? Так, что еще из него можно сделать из этой ткани? Это что? Изготовление из ткани. Так, ну, всякую красоту можно делать. Желтое знамя. Шелковые. Сапоги, почти предмет украшения. Но это все украшения, это все для красоты. Ладно, давайте продадим. Я не знаю, для чего нам не надо еще. Паутина есть. Изумруды 7. Так, алмазы. Сколько мне надо? А где ты? Вот он. На алмазный крюк. Так, мы можем сделать алмазную робу. 14. Алмазный крюк надо... Блин, не вижу. 15. У меня только 7. И уже можно эти делать, да? Волшебное зеркало. И на печке. А, то есть вот этот вот можно сделать. Или можем сделать вот эти вот желуди, посадить под землей и выращивать. Ладно, давайте это все пока оставим. Нафиг надо. Скажем дружно, нафиг нужно. Так, это сюда. Это сортировать. Это давайте положим пока вот сюда. Так, вот это аксессуар. Это аксессуар. Это продать. Сортировать. Так, это ведро с песчаником, это красота, это мне не надо. Ну и все. Магазин. Так, это продать, это продать, это переложить сюда, это аксессуары. Паутинку, она для зельев нужна. Так, взять лаву. Угу, хорошо, и вот это вот повесить. Правильно, так, пожрем и пошли за лавой. Так, у нас сейчас день же, да, можем переодеться, вот, нам добавляется. И вечером не забыть выложить. Так, возьмем, мы сейчас, вот, видите, тут 11, не, сколько, 23 урона. Снимаем, 23 урона. 11 крита, 22 крита. Вот. И у нас быстрее мана восстанавливает. Так, нам до самого низу. А, и еще потом... тут. Тут вешаем знак. Потому что птички эти под землей только спавнятся. В других местах они мне не нужны. Так, мне надо лава сейчас на данный момент. Кто ее использовал, не... Так, лава. Главное сейчас самому не залавиться так. Лава. Угу. Так. Ой, только ты мне в лаву не упади. Ах ты ж. О, ты... Где ты там сдох? Сгорел в лаве. Так, а тут было что-нибудь у нас полезное? Блин. Ну, видите, какой из меня этот террариевец. Так, ставим тут, теперь пожрать.
Так, идем железную дорогу исследовать. Там ничего, ну там 4 серебра, но они, наверное, сгорели в лаве, так что толку от них никакого. О, чувак, может, у тебя кирка выпадет. Или шапка. Чувак, из него может выпасть этот сет шахтера. Бомба. Нет. Из него падает сет шахтера, который дает быстрее копать. Это что такое? Бирюзовый гриб. А, это краситель. Это мне не надо. Пока что. Так. Да, блин. Вот без прыжка я... Скелет ходит. Опс. Ага, где этот? О, железная дорога. Можно сесть и поехать, но опасно. Вот, слезть мне, по-моему, R нажимаем. Так. Камни. Они мне нафиг не нужны, но хочу. Из них витражи можно делать красивые, как бы. Раньше они продавались очень выгодно, пафосно. Вот, а теперь они не продаются. Поэтому я предпочитаю чаще всего сам ходить. Так, там у нас пауки. Вот сюда можно вот такое вот место пойти, набрать паутины и ролить хорошие, как они называются, зачарования. Так, здрасте, что покажете? Куда поведешь? Ага. Паукам. Угу. Там, знаете ли, как бы опасно. Да блин. Скорее всего, она к сундуку ведет паучьему. Ну, раз уж тут, давайте паутину наберем. Да, вижу я. Ага, так, значит. Ну, хоть какой-то сундучок. Вон тут что. Эти самые. Так, ты у нас не Дэдмен, нет. О, наконец-то сапожки. Ну, наконец-то сапоги. Золотая монета, сундук забираем. Так, сапоги, урон. Ну, наверное, вместо этого. Все, мы теперь быстро бегаем. Ура, товарищ. А ты так тут бегаешь, как будто тут у тебя... Эх.
Так, тут ничего полезного. Сюда. Это что такое? Вольфрам. Так. О. Это платина. Она мне надо. Платина мне надо. Платину собираем. Во-первых, это зелье поиска полезных руд, которые мне почему-то ни одна не попалась еще до сих пор. Так. Зелье шахтера называется. Так, а в робе у меня 11 защиты, да? Ага, а у меня еда действует? Действует. Значит, так без роба у меня, без еды у меня будет, по-моему, еда 2 дает защиты, да? Сколько она дает? 2, по-моему, защиты. И без еды у меня будет, наверное, 9. Я поэтому в робе могу бегать. О. Так. Так, ну ладно, пошли дальше, там до конца дойдем. О, видите, как я быстро бегаю. Так, что тут у нас еще? Ага, видите? Не люблю я ездить на этих. Потом можно, конечно, быстро перемещаться. Но опасно. Вот так вот прошел, проверил всю дорогу. О, грибошки. Это хорошо. Опять плюющийся. Так, и у нас тут тупик. А, тут я бывал. А, я тут бывал, да? Судя по тому, что тут открыто, я тут бывал. Неинтересно. Блин, наложила темноту. Тьма, да. Сюда можно сходить. Так, раз у нас тьма, давайте выпьем зелье. Будет и вам лучше видно мне. О! Кремтонит. Так, еда у меня закончена, еще 2 минуты. 5 вечера, не забыть снять, бр... до 5, наверное, упадет. А, и не забывать, что у меня ночное зрение работает. Еще. Так, зелье разврата выпало, возврата, костяной костер. Это не то, что я думал. 6:30. Так, 2 минуты еще. О, вот этот чувак. Продавец подземный. О, так, зонтик. Ну, можем взять. У меня... Так, тебе продать, продать. Сапфиры не собираем, вольфрамовая руда не надо, криптонит оставляем, земля не надо, не надо, не надо, камень, паутину оставим. Так, ящик сюда, это сюда. Так, чувак, что там продаешь? Костяной факел, а этих нету? Вот он, противовес. Бомба, не надо. Костяные стрелы, 8. 7. Ну, дорого стоит. Светящихся хватает. Костяные факела. Ну, так, чисто по приколу купить. Все, давай, чувак. И он только под землей встречается, чувак этот. И не ясно, по каким дням он тут. Так, поехали в другую сторону. О, опять криптонит. Еще скриптонита. Скриптонит.
Так, судя по всему, у нас там где-то этот, о, красная кнопка. Это камень на голову, да? Фу, повезло. И, кстати, можно вот выбить вот эти во активные блоки, если вы их нечаянно нашли, и с помощью их просвечивать редстоун сигнал. Ну, это не редстоун, это красные эти. Ладно, мне это пока не надо. Я вот это хочу. Так, еда закончилась. Сколько у меня? 9. Зашибись. Значит, если я не ем, я могу днем бегать с этим. Так, давай пожри, давай. А то так копать до завтра будешь. Вот. Этот криптонит набрать. Если вы не можете собрать, то вы его можете взорвать, по-моему. Если он не собирается. Вот. Ну, пока его собираю на удочку, более лучшую. Мне она надо. Это что у нас? Свинец. Свинец надо. Но не сейчас. Так. Собрать денежки. Как бы... Ну, где-то этот тут грибной биом. Давайте чуть-чуть поднимемся, стоять. А, и все, приехали. Мы ехали, и наконец приехали. Так, там у нас сейчас он не платит. Не, это вольфрам, да? Вольфрам. Вольфрам меня не интересует. Это что такое? А что это? А, топазы. Ну ладно, топазы. Так, еще осталось баночку одну найти. Было бы вообще хорошо. Это вольфрам, опять же. Ага. Так. И нету. Вот он. Платина, хорошо. На шапотку. Тут можем пробраться. Так, нету тут ничего у нас. Подозрительно. Так, тут ничего интересного. Так, тут. Иногда сундуки бывают, поэтому сюда и попёрся. Нет. Так, тут ничего нету. Так, тут, наверное, вот так удобнее будет грибы насобирать на свет. На свет. Так, а у меня еще действует полуночник. Ага. Тут неплохой водоем ловить все. Для ловли, для рыбалки. Так, а ящиков тут не будет? Так, ты... Сейчас... Вот, видите, она светится, она становится бессмертной. Так, тут нету ничего страшного. Нет. А где сундучки и все прочее? Так, 12 утра. Мне еще 4 часа под землей надо быть, чтобы не встретиться с Ктулху. Хотя я уже бегаю, но
Это платина? Платина. Ну, во-первых, я Ктулху могу и так уже вызвать. Так, это не ил, ил. Это ил, это хорошо. Блин, так. Ил давайте соберем. Мы его потом переработать можем. Конечно, можно взрывчаткой его весь собрать. Но его тут очень много, поэтому я собираю. Его можно набрать тысячи, потом стоять, перерабатывать 2 часа, зажав где-нибудь мышку. Так, ил собрали. Тут вообще-то грибные надо было бы ставить. Факела. А, зачем танкуешь? А? Так, полечиться надо. Хреново лечимся. Так, что мне не... Так, ты можешь не так нагло тут стой и думай. Так, платина надо, потопазы надо. Это не надо. Это, наверное, мы вместо веревки повесим. Золотая монета. Так, чувак. Забирай золото. Так, свинцовая руда пока не надо. Это не надо. Так. Больше тут ничего нету, что ли? Это ил? Фига себе ила. Я хочу ил. Так, хорошо, доковыряли, давай. А, у меня зелье полуночника закончилось, да? Давай. Легче же будет по подземельям лазить. О, сколько. Сгога. Ила. Кстати, с литовского ила переводится как шило. На литовском ила это шило. Шило. Ну так, для сведения. Так, я хотел вниз спуститься. Может, там что-то интересное будет. Красный хит. Хорошо, там он еще что-то есть. А, это вот редкий случай, когда нам попадается костер. Кстати, костер, если вы играете, ну, вряд ли кто-то будет играть. Есть без крафта. Вот костер в таких вот местах очень полезен. О, костер. Ну, пускай горит. Так, тут у нас что-то там светится. О, тут всякого понабегало. Так, не, вот так. Сделаем. Все. Вот он и сундучок. И еще одна. Сколько?
Скоро так до фул доберем. Так, ты не опасный? Не, не опасный. Ну, баночку, бутылочку взять, все.